И следующая участница занимается музыкой уже 15 лет. У нее много друзей, и она не жалеет времени на творчество. Кстати, если я не ошибаюсь, она приехала из Санкт-Петербурга, ее родина Северная Пальмира, так же, как и у тебя, Мариночка. Да, так что я буду болеть за нее. Но чтобы за нее болеть и стать ее подругой, тебе нужно подарить ей лягушек, потому что именно лягушек она коллекционирует. Она не любит глупость, но многое может простить человеку честному и открытому. Так написала она в своей анкете. Внимание на экран. Я Юлия Михальчик. Я родилась в замечательном городе Санкт-Петербурге. Исполняю песни из репертуара Анны Герман «Эхо любви». Выбор мой на эту песню вполне случайно, потому что в этом году Анне Герман исполнилось бы 70 лет. Эта песня – дань уважения ее творчеству и личности в целом. Зал фестивального аплодирует Юлия Михальчик. Я думаю, что Анне Герман было бы не стыдно сегодня.